Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия к оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом говорится в соответствующем видеообращении, записанном Зеленским на НСК «Олимпийский». Как пояснил он, место записи ролика выбрано не случайно, ведь именно там он предлагает провести дебаты. «Я обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь? Нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Вот мои условия. Жду вас здесь, на НСК «Олимпийский». Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, стране нужен здоровый президент. В знак уважения, как минимум к трети граждан Украины, вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником или малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. «Даю вам 24 часа. Думайте», — сказал Зеленский.